Авраам. Из многих библейских рассказов я смотрю об Аврааме. Не ссорился он ведь ни разу, ни с лотом, ни с пастухами. Он любит примеры с тех пор, что мы избегали всех ссор. Аминь. Можно еще один стиш? Обиженный, если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, вот сидишь к печени, ты не можешь быть весел, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой мил, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто его злословил, он любил врагов своих, если ему народ готовил. Он молил отца за них. Всем обидчика зла поставит ты добро. Это средство неземное. Примири тебя с врагом. Аминь. Рано утром птичка-крошка чудесла заря небес. Где чирикнула в окошко? Здравствуй, друг! Христос воскрес! Он воистину воскрес! Аминь! Жить Иисусом я желаю, и служить Ему хочу. Он создал меня, я знаю, Ему принадлежу. Я Его люблю всем сердцем, Он от Петра нитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из книги вечной знаю, пастырь мой не любит зло. Аминь. Слава Богу.